Если мы говорим в целом об обменном процессе, то на самом деле у нас создан штаб, который управляется господином Мусовым под, скажем так, политическим руководством господина Ермака. Там, безусловно, участвует офис омбудсмена господина Лубенца. Это большой объемный коллектив, в котором очень много различных функций, потому что Россия очень и очень негуманно подходит к тому, что такое военнопленные в рамках такой большой войны. И, соответственно, Россия отказывается давать допуск к осмотру мест, где находятся наши военнопленные, не подтверждает количество людей, которые так или иначе находятся в плену. Очень тяжело и очень инертно подходит к переговорному процессу как таковому, и поэтому нужно было бы привлечь и привлекает Украина и партнеров наших международных для того, чтобы вести переговоры. И, соответственно, вот по всем направлениям с десятками тяжелых переговорных площадок идут разговоры о том, чтобы забрать, естественно, мы близимся к тому, чтобы забрать, ну, хотим получить всех на всех, но, тем не менее, переговоры продолжаются ежедневно, и мы видим результаты непосредственно вот последний обмен 45 человек, в том числе тех людей, которые были захвачены в плен еще в Мариуполе год назад.